познакомились. А теперь с вами, уважаемые хозяюшки, познакомиться хочется. Узнать, откуда приехали, с какого района, с какого поселения. Итак, мы начинаем перекличку приветствия участников фестиваля. Столыпинское сельское поселение. Коль, я уже вижу. Без капусты на столе не будет счастья на земле. Ура! Книжегорское сельское поселение. Пусты ныне сад, не туды и не сюды. Будешь кушать мы капусту, чтобы не было беды. В огороде на капусту любо дорого смотреть. В огороде, как в огороде, и не лето на столе. Ульяновское сельское поселение. Мы девчата непростые, мы в Ульянове живем. Все капусту очень любим и нигде не пропадем. Подходи, честной народ, открывай пошире рот. Пробуй нашу капусту, сладкую да грустную. Погорельское сельское поселение. У нас в поселении капусту уважают. Ее за обе щеки уплетают. С ней делают салаты, супы, голубцы. Вы любите капусту? Тогда вы молодцы. Как в народе говорят, не красна изба углами, а красна пирогами. А у нас угощение все вкусное. Пироги да салаты капустные. Будем есть и хозяек нахваливать, да добавки друг другу подкладывать. Зубцовское сельское поселение. Я с вами играть не намерена в прятки. Расту я, как овощи обычные, на грядке. Все лето толстею. А как же иначе? Мне к осени нужно быть круглой, как мяч. Одежек на мне, коль разденете, пачка. Но честно признаюсь, что я не мерзлячка. Чем больше одежек, тем буду ценнее. Так люди сказали, а людям виднее. И в щах, и в борщах не заметишь, не сыщешь. Начинку в пирог, голубцы, вкусно пища. И квасят, и тушат. Не хуже. Ложусь я на завтрак, обед и на ужин. Нельзя пожидать без чудесного хруста. Давно всем понятно. Зовусь я капуста. Вазузское сельское поселение. Поселение наше русское называется Вазузское. Эй, народ! Зима не проходи, на ярмарку Вазузского поселения заходи. Заходи, честной народ, сыт будешь целый год. Ярмарка наша богатая, есть хлеб и соль, и даже капуста рогатая. Городской округ Латышино, Московская область. Из картофельного царства Латашинского государства к вам в капустную столицу прибыли повеселиться, сладким чаем угостить, свои блюда похвалить. Бельский район. Подходи, народ, сюда и давай знакомиться. Пусть на долгие года этот день запомнится. У распитого корыта надоело нам сидеть. Мы на барыню
капусту приехали, песни будем петь. Зубцов ты, Зубцов, беспокойная я, беспокойная я, да успокойте меня. Хорошо в городе Белом загорать на речке, а зимою есть блины на горячей печке. Наши бельские хозяйки очень устарались, вам варили и пекли, чтоб вы наслаждались. Ах, Зубцов ты, Зубцов, беспокойная я, беспокойная я, да успокойте меня. Заходи, народ, в ряды, вон здесь сколько красоты. Вот морковка, вот лучок, помидорчик, кабачок. А наши бельские девчата никогда не пропадут. Калачей, ватрушек, плюшек я всегда вам напекут. Ах, Зубцов ты, Зубцов, беспокойная я, беспокойная я, да успокой ты меня. Чтоб не старили заботы, не устали б вы любить, от души мы вам желаем настроение всегда быть. И пусть этот день по-настоящему будем добрым для всех, кто сюда пришел. Пусть тревога и грусть покинут вас. От всей души желаем вашему фестивалю долгих лет, а вам, хозяева, добра и счастья! До новых встреч! Дорогие друзья, гости нашего праздника, обращаем ваше внимание, на нашей площади сегодня расположены зоны дегустационных выставок поселений, арт-зона, где вы можете сфотографироваться, принять участие в викторине, познакомиться с историей фестиваля в фотографиях, зона объектов туриндустрии, музей лягушки, Погорельское сельское поселение и музей дорога к Пушкину, полюбоваться на выставке поселений. И гостей фестиваля – это капустный вкус, капустные фантазии, гость капустных посиделок и овощ-чемпион.